Победа, первая крутая большая победа, это посылка, она приехала ко мне из США, вот, перекладными, правда. Внутри что-то для военных приехало, я очень долго ждал, чтобы что-то раздобыть, но сейчас посмотрим, что же тут у нас есть. А должно быть там очень что-то интересное, ну, небольшая, правда, посылка, но что-то интересное. Здесь лежит мешок, неожиданно. Вот такой вот прикольный мешок, тоже отдадим. Все на фронт. Здесь лежит что-то в коробочке. Шеврончик Украины. Прикольно. Вроде в другую сторону отправлялись. И вот такой вот прицел. Вау. Победа. Победа. Всю жизнь, всю войну я шел к тому, чтобы раздобыть что-то для армии. Вот. И таких прицелов должно быть два. Здесь еще один. И он другой. И он заклеен. Я не буду его сильно расклеить. А ладно, что, не гулять, а гулять. Давайте расклеим. Ух ты. Сложно упакован. Так, чтобы не уронить, чтобы он не разбился, до того, как доедет до фронта. Вот такие ключики. Взять такой комплект ключей. Батареечки. О, а этот прицел, это тот, который я заказывал у них от своих товарищей. Победа. Победа. Я надеюсь, что это оно. Да. Есть, друзья. Это же мечта. Я себе такой хотел, когда я в страйкбол играл. Так, ну, короче, это АКОГ. Офигеть. Мечта идиота сбылась. Подсумок под аптечку. Еще подсумок под аптечку. Еще подсумок под аптечку. Еще один прицел. Это, судя по всему, это какой-то маленький прицел. Я не верю, что я смог это раздобыть, друзья. О. Сейчас, секунду. О, я с таким на страйке бегал когда-то. И с такими бегал на страйке. Еще аптечка. Ну, подсумок, подсумок. Больше подсумков. Еще подсумок. Подсумок под магазин. Подсумок. Так, сейчас, что там, как Дед Мороз какой-то, а? Подсумки, подсумки. Причем вот эти койотовские мне нравятся. Буду честен. Подсумок под гранату или радейку. Подсумки, подсумки. Еще подсумки. Еще и еще. Так. У-у-у, сумки сброса. Это круто. Больше подсумков, богу подсумков. Еще аптечка. Так, я надеюсь, что там ничего бьющегося нету. И мы сейчас это все аккуратненько вывалим на землю. Ух. Так. Какой-то хитрый подсумок. Это, судя по всему, под телефон. Что-то еще. Фильтрация воды. Офигенные штуки. Знаем. Причем это сейчас реально надо. Camelback раз. Camelback два. Еще штуки для фильтрации. Гранатный и Camelback 3. Магазин под пистолетный или под фонарик, еще не гранатный. Огромное спасибо моим друзьям из США за то, что сделали такой подгон. Ждите фото и видеоотчетов.